Мяч, пас, бросок, пробежка, очко, подбор. Это ключевые слова в лексиконе девушек, героинь следующего сюжета. Баскетболистки Сучевской школы Мариинско-Посадского района стали бронзовыми призерами первенства республики по баскетболу. И накануне праздника их поздравляли в администрации района. Девушки настроены решительно, и кроме победы в соревнованиях, их мало что интересует. 5 девушек в основной команде и еще 8 на скамейке запасных. Сначала девушки стали победителями среди команд районов Чувашии и вышли в полуфинал первенства республики. Это не единственная победа на таком уровне. Команда баскетболисток Сучевской школы уже была серебряным призером первенства Чувашии по баскетболу и регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Тренер девушек Михаил Сундырцев просто фанат своего дела. Главное в игре – скорость и слаженная работа, считает наставник баскетболисток. Другие команды и технически посильнее нас, но мы вот именно своей скоростью даем некоторым командам фору. Если брать команды Чебоксар, Новочебоксарск, у них постоянно игровая практика. Круглый год они играют между собой. А у нас вот в районе взять, одно соревнование в районе проходит в году, и всего практически ничего нет. И дети сами в своем соку варятся. Тем не менее, девочкам, чтобы стать первыми, нужно нарабатывать игровую практику, говорит Михаил Сундырцев. Капитан команды Надежда Николаева в прошлом году играла даже за сборную Чувашии. В будущем мечтает играть в одном из спортивных клубов России. Когда я играла за сборную Чувашии, я забила 24 очка. Это было в Пензе. Вот. А вообще, когда вот районные соревнования проходят, я больше забиваю. Мы сыгранная команда, то есть, смотря на друг друга, мы уже знаем, что мы будем делать, даже вот во время игры. Если мы даже, я, например, не говорю комбинацию, девочки уже сами догадываются, какая комбинация будет. Они готовы много работать для достижения лучших результатов. А сегодня девушки принимают поздравления и подарки. Что для республики Сучева? Это маленькая деревня. Министр спорта сам так и сказал, Сергей Владимирович, что вот какая-то маленькая деревня с жителями 500 человек на уровне республики делать такие показатели, это действительно большая победа. Хотя мы не выиграли там первое место, но вы все равно первые. В преддвериях праздника от района такой почет. Просто впервые в жизни за всю историю моей жизни такое случилось. Это очень приятно. Это переполняет эмоции просто. И чтобы в следующем первенстве республики действительно стать первыми, девочки продолжат свои тренировки сразу после выходных. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.